5-7 претенденток на медали в каждой категории, достаточно высокие оценки за 16 баллов. Призеры в главной номинации, кандидаты в мастера, определились только в четвертом упражнении. Амичка Виктория Данильчук получила оценку выше 17 баллов и на несколько десятых опередила другую представительницу нашего региона Анфису Зайцеву. Я выложилась очень сильно на облавах, мече и обруче. У меня получилось, и я очень работала выразительно, ну и старалась понравиться зрителям и судьям. Все возможности нашей новой волны представили гимнастки 2003-2004 годов рождения. Дарья Перевозчикова отлично выполнила упражнения с булавами и выиграла золотую медаль в номинации для спортсменок 12 лет. В споре гимнасток 2004 года рождения весь пьедестал за омскими спортсменками. Яркие и сложные по исполнению композиции представили сразу три гимнастки – Анастасия Симакова, Дана Семиренко и Виктория Стадникова. По мнению омских тренеров, эти спортсменки очень перспективны. Они, видя, что Омская область попадает на все крупные старты, они затянутся за старшими, и из-за этого происходит борьба, ну и рост спортивных результатов, потому что они очень сильно прибавили даже с предшествующими соревнованиями Кубка губернатора. Девочки выступают достойно, молодцы. В командном споре амички лучшие и в многоборье, и в групповых упражнениях. Сильнейшие гимнастки представят наш регион в отборочных соревнованиях 7-й летней спартакиады учащихся России. Турнир спортсменок Сибирского федерального округа пройдет с 16 по 18 мая в Омске. Владимир Истомин, Даниил Паршин, Антенна 7.